Орган спираль. У него есть магниты. Давайте сначала послушаем звук без магнитов. У него среднее частотное звучание, среднебасовое. Подходит для начинающих и продолжающих. Давайте послушаем сначала без магнитов. Давайте теперь послушаем спираль с магнитом, с маленьким магнитом. Вставляется в колечко. Орган спираль с большим магнитом. Шарик вставляется в колечко. Вообще у органа спираль в комплекте 5 магнитов. Они меняют тональность в зависимости от веса. Вес у магнитов разный, соответственно, получается разная тональность. Можно достигнуть до 10 разных тональностей. Поехали, звук ультрабасовый становится с магнитом.